привет! Я Александра Соколова, рассказываю о жизни в Турции, предлагаю недвижимость Мерсине. Сегодня хочу вам предложить квартиру 1+1 в районе Тамюк. Прекрасный район с песчаными пляжами, вы уже его, естественно, знаете. И комплекс самый лучший, самый новый и самый ухоженный из всех комплексов на территории Тамюк. Что здесь мне нравится? Здесь мне нравится, что есть красивый ландшафтный дизайн, есть бассейн, есть аквапарк, есть ухоженная территория и достаточно много русскоговорящих собственников. Квартиру, которую сегодня мы посмотрим с вами, она со вторичного рынка в прекрасном состоянии, продается с мебелью и техникой. Как вы увидите на видео, давайте сначала посмотрим, что вокруг, что на территории. Это бар у бассейна. Так можно прятаться от солнца. Все очень хорошо сделано, хорошо управляется. Большой плавательный бассейн, аквапарк, есть детский бассейн, отделен от взрослого для безопасности детей. Красивая территория, вот так вот выглядят сами дома. Имеется парковка, генератор, охрана. До моря недалеко, до моря, до набережной, до прекрасной зоны променад, до песчаного пляжа. Здесь не более 300 метров. Фонтаны, все чистенько, аккуратненько. В сезон работают эти фонтаны. Детская площадка с безопасным покрытием. Имеется спортивная площадка для детишек постарше и тренажеры на улице. Thank you.
Мы с вами зашли в квартиру. Квартира очень уютная, ухоженная. И в квартире есть абсолютно все для того, чтобы жить уже сегодня. Все аксессуары, посуда, текстиль, мебель и техника, которые вы сейчас увидите, она остается в квартире, и можно приехать и не заморачиваться, не бегать по магазину, не прозванивать там, не узнавать, где что можно купить и так далее. Можно уже просто сегодня приехать с чемоданом и жить в этой квартире. Давайте рассмотрим. Это наша входная дверь и прихожая. При входе у нас есть встроенные шкафы для одежды и обуви. Также остается пылесос. И в квартире есть домофон. При входе у нас санузел. Хорошая качественная фурнитура. Раковина с зеркалом, подвесной унитаз с функцией биде, вентиляционный короб, душ и есть проточный водонагреватель, но как источник горячей воды это второй дополнительный, вы можете выбрать удобный для вас, покажу чуть попозже в чем фишка. Кухня-гостиная. Вот такое уютное пространство. У нас есть здесь кондиционер зима-лето сплит-система. Раскладной диван. Вот такие вот красивые два барных стула. Остров с каменной столешницей. Такие аксессуары. Кухня тоже с каменной столешницей. Вся техника остается, как я уже сказала. У нас есть большой холодильник. У нас есть газовка, духовка и вытяжка. У нас даже есть газовый баллон. Вот так вот он закрывается. Есть даже ложечки, вилочки. Остров у нас функциональный, много мест для хранения, глубокие какие у нас ящички с доводчиками, в квартире уже проведен интернет, не хватает только телевизора. Здесь для безопасности детей есть такие вот нарощенные решеточки, потому что мы на 10 этаже. Вид на горы. Выйдем на террасу, покажу. Пол ламинат. Спальня, спальный шкаф, двухспальная кровать и комод, сложные потолки, большая остекленная терраса, диван также раздвигается, если к вам приедут гости,
Безравное остекление у террасы. Прекрасный вид на горы и на сады. Трасса D400, здесь 200 метров. Шума от нее фактически нет, но это удобная транспортная артерия. Доехать до Эрдемли здесь буквально 5 минут, либо до центра Мерсина 20 минут. Стиральная машина. И это у нас водонагреватель, который работает на газе. Обычный газовый баллон. При использовании на семью баллона хватает на 3-4 месяца. Квартира удобная для постоянного проживания, для отдыха небольшой семьи, пары или с одним ребенком. Какая красивая терраса. На террасе, естественно, у нас полплитка. В жилых зонах у нас ламинат. Район Томек у нас в перспективе газификации, поэтому уже предусмотрено все для отопления. Осталось только подвести активный природный газ, повесить батареи, счетчик и газовый котел. Это делает специальная компания. Все детали предлагаемых объектов недвижимости я оставляю в инфобоксе под видео, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите, не ленитесь. Также на нашем веб-сайте Turki Dom адрес появится на экране, либо всегда находится в инфобоксе под видео. Вы найдете актуальные предложения, подчеркиваю важность актуальных предложений, потому что у нас очень динамичный рынок и цены растут достаточно быстро, и предложения интересные, расходятся очень быстро. Я считаю это предложение очень интересным, и оно уже готово, вы можете заехать прямо уже сегодня. Спасибо за просмотр видео, спасибо за ваши комментарии, с упоением их читаю, если есть вопросы, отвечаю. Берегите себя, приезжайте в Мерсин, увидимся в Мерсине, пока-пока.